Получила посылку. Вот такая посылка. Довольная идет с посылкой. Дома посмотрим, что за посылка. Ну, мы знаем, что за посылка. Ничего себе, я не ожидала, что ты еще туда положила. Мама дорогая. Но получила быстро. Все, не переживай, все получила. Сейчас положу в холодильник, что ты сказала, и сниму обзор. Давай на заднее сиденье. На заднее сиденье. Ничего себе, вот это да, картина. Это целое картинище. Положи просто ее на сиденье. Ага. Женя, что это? А, это был твой телефон. Вот так вот, Жень, да? Не, пошмял лучше. Вот так вот, да? Да, устойчиво это будет. Все. Все, получили. Долгожданное. Давай сейчас арбузик куплю. Хорошо, арбузик хочу. Ну, давай. Искупаюсь я и домой. Давай. Давай, поехали. Гаси кино, звезда. Залазь уже гули, звезда. Да я же не могу ножки болят. Ой. Боже мой, девочка она как-то качала губы. Это капец. У нее губы аж до носа у бедной. Залазить только можно. Лазить в купальнике. Ой, какой горячий песок. Мама дорогая. Ай. Как вы выходные проводите, ребята? Ой, боже мой. Ой. Сильно горячо. Я не знаю, чего не хочет купаться, странный какой-то. У меня, наверное, сердечный понос, только много разговариваю. Если так можно. А что было весело, а что было хорошее настроение у всех? Давай. Погода и правда очень солнечная. Давай. Прям давай. Алкашня. Алкашня. Резно. На. Класс. Немного даже настроение поднялось. Началась эта рутина. Завтра ехать надо делать перерасчет по свету, по воде. О, ребята, столько забот, столько хлопот. Я не знаю, когда это все успеть. Горячо. Очень горячо. Жень, я думаю, что-то она так рано. Он сказал, недолго. Вот я и недолго иду. Все, Шуп Мадера, водичка просто прелесть. Она шикарная. Просто. Посылка. Оттуда. Алиса сказала, чтобы она остыла. Вот такая вот посылка. Сейчас держи. Мы ее раскроем. Стой, посылка. О боже мой, старость, не радость. Вот так бабушка моя вот так вылазила. Коленка ставила. Второе коленка ставила. Потом вот так вот делала. О! Все. Ты не верила, любовь. Дубль закручу. Ой. И так же задуматься, Олеся, задуматься так же. Все это завернуть, замотать. Я думала, картина там, знаешь, в маленьком этом будет. Ну, маленькая посылочка. А тут мама дорогая, сколько всего намотана. Она такая и не легкая, и не тяжелая. Ну, так оригинально, просто аж интересно. Так оригинально она. Так, раз, два, три. Еще. Так, вот адрес мой, имя, фамилия, отчество. Тут еще что-то. Ай-яй-яй. Олеся. Ой, как пахнет. Олеся. А птицы кричат, алмазная моя леди. Боже, Олеся, я в шоке. Какие-то джинсы. Я в шоке. Или что? Олесенька, моя девочка. Нина, нам посылочка. Ой, боже. Хотя бы ничего тут не это самое, лишнее не порвать. Что здесь такое? Вот это Олеся дает. Моя ты девочка, моя ты... Женя, у нас есть дома ножницы? А, да. О, есть. Кстати. Есть.
Давай, давай, распаковывай. Интересно ж. Интересно? О, Женя, почему ты мне сразу не сказала, чтобы я взяла ножницы? Черти шо. Сейчас, сейчас, сейчас. Ой-ой-ой. Какая-то посылка какая-то с сюрпризом. Ой, мама дорогая. Что еще выпало? Сейчас, сейчас. Это Людочке или мне? Это Людочке или мне? Мама дорогая, боже. Мереть не буду. Я, наверное, влезу. Это, наверное, Людочке. Не влезу. Я жирная, Олеся. Это Людочке. На ее попу. Людочка, смотри, доченька, тебе джинсы с такими красивыми цветочками. Олесенька, класс, моя ты девочка, моя дорогая. Так, давай, показывай, Бельгии, с Бельгии. Так, пока сюда. Все чистое, все стерильное. Так, что? Ух ты, па, все. Ну все, это капец. А что это? Бери билет теперь. Олеся, а что это? Я не знаю, не понимаю. Я только вижу. Тушь. Тушь. Офигеть. Ресницы. Офигеть. Да. Аж две. Какая щеточка. Аж две. Ой, хотя бы камеру не вымазать, господи. Ой, и для бровей тут, Олесенька. И чтобы реснички подкручивать. Моя ты девочка, спасибо. Боже мой, боже. Олеся, взяла, потратилась. А что ж мне тебе? Клубнику, что ж мне тебе выслать? Сало кусок. Селедки, что ли? Сырниковый сало. Сырники, сало, я не знаю. Надо будет с тобой. А это что такое? Ой, ой, ой. За... Женя, что это читай? Ваши примочки. Ты умеешь читать, Женя. Я не умею читать, Женя. Герл написано. Томми, нау. Женя, деньги на ножницы. Так. Ваши баночки. Наши баночки, боже. Ребята, это так волнительно. Это моя вторая посылка. Первая была с Италии. Наталка мне тоже столько всего понасылала. И вот теперь Олесенька. Она эту картину... Вообще, я ждала картину. Она мне хотела на день рождения еще подарить. И тут случилась эпидемия вот эта вот. И она никак не могла. Потом она у нее не получалась. Там материал, что-то было с материалом. Не боже, спеши, не спеши, аккуратно. Олеся, я в шоке. Помаду лишь. Не знаю, наверное. Духи. Боже. Так, тихо, все, Женя. Не упади в экстаз. Женя, холодный запах, что я люблю. Олеся, откуда ты догадалась, что я люблю холодные запахи? Жень, такой запах строгий, как я люблю. Да, да, такой, да, да. Я, кстати, всегда у него беру мужские одеколоны, пользуюсь, потому что он строгими пользуется. Я люблю строгий запах. Моя ты девочка. Ой, я так волнуюсь. Да? Так, ух ты. А это какой-то. Бантиком. Слушай. Ой, Лянь. Руки трусятся. Волнительный момент. Волнительный момент. С другого мира посылка. Я целых полтора часа жду, не открываю. Мне Леся сказала, Наташа, это обязательно. Нателла она сказала. Нателла, обязательно охлади посылку. Я думала, чтобы стразики на картине не отпали. Она с меня ржет, смеется, говорит. Женя, я тебе не дам. Ну понятно. Женя, я тебе не дам. Ты сладкоежка. Смотрите, шоколад. Там сейчас дай фокус навести. Ой, ой, шоколад, какой-то щербет. Ну потом я еще в следующих видео. Женечка, ладно, я тебе кусочек дам, так и быть. Раз в неделю по конфетке. Раз, да, с Людочкой вместе будете получать. Класс, так. Олеся, спасибо тебе большое. О, еще одни конфетки. Еще одни. Олеся, я в шоке. Я в шоке. Олеся, я в шоке, правда. Олеся, ты меня точно любишь. Олеся, ты меня явно любишь. Вау! Вау, 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 вау. Ням-н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 ям. Все, ты уже съела. Женечка, делюсь с тобой. Давай. Класс! Бельгийский. Спасибо, Олеся. Ты ценитель шоколада, ты, да. Спасибо, Олесечка, моя девочка. Спасибо, моя дорогая. У нее есть свой канал «Алмазная леди». Она занимается вышивками. А чем только она не занимается? Такая хорошая женщина. Так это «Алмазная леди»? Да. А. Помнишь ее? Конечно. Так, в прямом эфире она постоянно была у меня. Всегда меня поддерживала, всегда мне писала комментарии. Всегда меня в прямых эфирах поддерживала. Теперь я понял. А это говорит Наташа, говорит, имею такое же, ой, что это, имею желание, давно мы еще, она мне говорит, тебе картину, говорит, сделать, вам в подарок с Людочкой. И вот из этой пандемии, вот сколько, сейчас уже какой месяц? Седьмой.
Почти полгода, да, Лесенька? Так, теперь главный приз. Так. Ой, шоколад какой, да? После вкуса какой, да? Да. А Лесенька, рамку же я еще не купила. Я сначала на нее посмотрю, как и что здесь, а потом только я буду покупать рамку. Не переживай, рамку куплю обязательно. Это вот мне подарок на день рождения. Знаете, ребята, лучше позже, чем никогда. Так. Никогда. Момент. А лучше. Как мне стать? Так. Когда? Ух ты. Офигеть, а сколько ты их мне... Ух ты. Она еще мне сделала, смотри. Олеся, Олеся, Олеся. Мама дорогая. Офигеть. Я в шоке. Жень, смотри, какая красивая. Сейчас. Смотри. Прелесть. Прелесть. Да возьми для дальним планом. Так я же показываю, что это бисер, да? Не... да? Это надо у нее спросить. Это у нее... Ну, алмазная леди. Алмаз, наверное. А, стразики, стразики. Крутая вышивка. Офигеть. А вот, собственно... А я помню этот эфир. Собственно, персона, мы с прямого эфира, помню, с Людочкой. Да, это эфир прямой, да. А ты знаешь, что она картинку поменяла? Я давала ей, какая она мастер высокого класса, я давала ей фотографию, там картина была. Она с ней два раза работала, два раза переделывала. Женя, ты представляешь? Ей не понравилось. И она сама на компьютере подобрала фон. Угу. Все сама Космический. Сделала. Да. Так заказчик, сука, раз ее не то что обманывал, а какие-то некачественные давал ей эти самые... Боже, теперь я посмотрю. Ну, я смотрю, что даже через камеру она передает эмоцию. Она живая картина. Да. А я такая красивая. Лица, эмоции. Люда, какая, да, красивая. Живая картина. Очень так реалистично. Боже, она говорит, качалочкой возьми. Я ж нифига не соображаю. Говорю, какой качалкой? Я говорю, то, что тесто люблю раскатывать. А Лиза ничего не повыпадала. Круто очень. Ой, класс. Я показывала так. Диамонд Пейтин. Класс. Диамонд. Да. Люда будет в восторге. Конечно, будет в восторге, даже по ее размеру штаники. Не, про картину, картина про крутая. Картину. Да, 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 да. Ой, прелесть. Все это в рамке будет теперь висеть на стене. Да. Женя, а завтра поедем в наше место, там, где у тебя, помнишь, мы заказывали футболки, муболки, ты мне альбом покупал. Мне же я покупал альбом на день рождения, на Новый год купил, короче, альбом, чтобы я свои фотографии могла скомпонировать. И говорит, ну я купил свадебный, потому что он самый красивый. Мама, ты спишь? Она спит. Она дрыгнет с котом. Ладно, потом маме покажу. Вот, ребята. Боже, Олеся, я хочу сказать тебе огромное спасибо. Ребята, заходите на ее канал. Кто хочет получить мастер-класс? Алмазная леди. Алмазная леди, я ссылку оставлю. Я не знаю, Олесенька, проводите ли вы мастер-классы, не проводите. Но я знаю, что прямой эфир у вас часто проходит, как вы работаете. Естественно, и женщина работает по 2-3 часа в прямом эфире. Люди все это смотрят. Какая прелесть, какая прелесть. Это круче, чем вышивка. Ну да, это алмазная вышивка называется. Это круто. Да, это круто. Ручная работа. Все, пошел танец. Нет, танец потом будет. Олеся, огромное украинское тебе спасибо. Я знаю, что ты с Украины, с Западной Украины. По-моему, Ивано-Франковск. Ты много лет живешь в Бельгии. Большое тебе спасибо, что ты такая есть у меня прекрасная мадам, леди. Я не знаю, мне больше слов нет, у меня одни эмоции. Огромное-огромное спасибо. Ребята, это, понимаете, я, наверное, заслужила. Так, вот, заслужила не только негатив на своем канале, не только негативные комментарии, чтобы меня ругали. Но, наверное, заслужила, чтобы меня вот так вот действительно сейчас люди... Сейчас слезы будут. Сейчас это ты очень... оденешь джинсы, напшикаешься духами, съешь шоколадку и поедем тебе за рамкой. Ты посмотри вот с краю, кстати, видишь, это сколько количества чего, да? Да, вот это вот. Так приятно, это так трогательно. Сейчас, я в шоке. Резкость. Да. Вот, да, все расписано. Цвета, вот видишь, 150. Ты представляешь, сколько эта работа была такая? Да, да. Олесенька, солнышко мое, спасибо, девочки мои, мои вы подружки, мои самые дорогие. Тоже так же. Смотри. Тоже девочка. А вот эта девочка, кстати, Женя, обрати внимание, она на меня в детстве чем-то похожа. Есть, да, на меня в детстве похожа. Фотография у меня такая есть. Только ну, без апельсины. Похожа на меня, правда, что-то есть. Правда, у нее губки подкачаны чуть-чуть. Но это твоя творческая личность в детстве была. Олеся, еще раз огромное спасибо. Прямо честно говоря, не знаю, я...
Я в шоке. Я в шоке. А Люда еще будет сюрприз. Спасибо, спасибо. Все, Вася. Я не могу. Эмоции, все. Вот. Иди домой. Аккуратно, аккуратно. Как ребеночек, бегаешь, радуешься. Вот так. Я в шоке.